От людей ради мне не спрятаться, нет секрета, где мне у нас. Не сойти, разойти и сосвататься в стороне от придирчивых глаз. Песни, которые знают и любят несколько поколений. Стихи к ним написал известный советский поэт и драматург Николай Константинович Доризо. В этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения. Узнать о творчестве автора, судьбе киношлягеров и послушать любимые песни самарцы смогли в библиотеке номер 23, где состоялся творческий вечер памяти поэта «Спасибо, песня, что во мне ты прозвучала». Николай Константинович, он писал стихи к песням, которые звучат более в 40 фильмах. И он вкладывал душу в свои произведения, что его творения сразу же становились народными. Песни на стихи Николая Доризо исполнила солистка Самарского театра оперы и балета Наталья Бондарева. Такие песни, во-первых, они к нам пришли из того времени, когда и мелодии, и музыка были настолько пропитаны вот какими-то национальными колоритами. А стихи были настоящие, про любовь, про смысл жизни, про то, что сегодня немножко растерялось. А тогда, знаете, были такие вот настоящие зерна того, что человек действительно переживает. Эти песни, они прекрасны еще тем, что их можно петь в одиночестве, можно петь за столом с друзьями. Подпевали гости и в этот раз. Проводим очень много массовых мероприятий. И вот различные творческие встречи, различные вечера портретов, как сегодня, посвященные Доризо. Народ тянется в библиотеке. Народ интересуется тем, что происходит, как живет библиотека. Они просто здесь расслабляются и отдыхают. Стараюсь не пропускать в этой библиотеке, честно говоря, все время происходят какие-то интересные вещи. То есть после них становится, в общем-то, интереснее жить. Узнать о дальнейших творческих встречах, познакомиться с книжными новинками и просто почитать интересные стихи можно на странице библиотеки ВКонтакте. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.